Понедельник. День тяжелый. Так. Продолжаю мучиться с тяжкой. Со стяжкой. Надо было ее бы, по идее. Почему было бы? Потому что я, скажем так, по-русски проебал момент. Ну, момент, вот, потерян, и все. Купил вот такую терку, полутерок. Стоит она 135 рублей. Полиуретановая. Ну, в принципе, на этот пол хватит, на вот эту вот площадь. Но это надо было сделать все-таки вчера. Так как поезд в течение там суток меньше даже. А у меня сейчас прошло, сейчас скажу, вот сложно сориентироваться, если закончил в 6 утра. В общем, сегодня в 6 утра будет как 2 дня. Да. Это уже поздновато. В чем разница? Давайте посмотрим. Значит, когда я тронул стяжку вчера ночью, ну, вечером, вернее, утром, да, затиралась, ну, вот жалко, не видно. Вот куски. На прошлом ролике посмотрите, там есть вот затирка, кусок. Видно вот эту ляпку как раз. То есть верхний слой цемента, он был еще активен и подвижен. Стяжка села, ну, вот тут вот видно. Может быть, на миллиметр. Вот она села. Вот здесь вот, может быть, даже чуть побольше села. Это же все опять от количества воды зависит. Обратите внимание вот на ту стяжку. Вот, это первый делал я сам. Никогда не перестану повторять, хоть вы меня за это и можете ругать. Если я делал это сам, это идеально. Вот мною сделано, это все именно так, как я хочу, как это должно быть. То есть не спеша и все такое. Вот сейчас пытался затереть. То есть практически не поддается бетон, вот верхний слой вот этого, этой стяжечки, затирки. То есть вот ты мастерком ее три, я уже его до железа дотер, вон какой. То есть он не затирается, а должен был. То есть мы ее вот так вот стираем, левой рукой неудобно, и она вся должна была превратиться вот в эту вот такую вот зеркальную поверхность. Если его сейчас приблизить, посмотрите. То есть это все, она вся должна была быть такой. Ну, конечно, тут есть и щебень, камешки выступающие, они не дадут, но как раз пока она сырая, то есть на следующий день, этот камешек, прости господи, можно вот так вот запихать туда, вбить. И все-таки это дело умудриться затереть. Сейчас это не представляется возможным. Кроме того, например, вот такой вот перепадик есть, вот небольшой. Это из-за того, что правилом, ну, работал, потом раз дальше отошел и уже не дотягиваешься. Это максимальное место, докуда я дотягивался, например, вот с той стороны. То есть он небольшой, это тут, я не знаю, это полмиллиметра, может быть, даже миллиметр, но он есть, он виден. Понимаете, село по-разному. То есть для укладки плитки, а здесь будет плитка, это ничего страшного. Но сейчас, пока я тут буду жить без плитки, это как бы является, ну, помехой хождению босиком. То есть, если я буду ходить босиком, вот, например, вот этот вот переходик, я его ногой чувствую. Вот здесь, опять же, вот я стою, это монолит нафиг. Это полностью монолит. Вот такие видны вот борозды. Это тоже вот правилом. Так-так-так-так-так, идешь, вот он есть. Но оно ногой не замечается практически. Вот это кусок, вот этот кусок, он был максимально сухой, насколько вот возможно было работать с каким сухим цементом, раствором. Вот такой был здесь сухой. Там уже мы спешили, уже не успевали. Для удобства работы разбавляли водой чуть больше. Знаете, насколько больше? Буквально на полстакана воды. Но эти полстакана воды как раз вот они и дают вот этот вот усадку на 1 мм. С ним работать легче, выравнивать его легче, запихивать под трубы его легче, но идет усадка. Больше маленько, чем могла бы быть. Вот эта лужица стоит сейчас.
Здесь глубина лужицы буквально там, ну не знаю, тоже полмиллиметра, она, то есть, не глубокая. То есть, тут воды практически нет. Но есть как бы ямочка небольшая. Вот она бы и затерлась вот этим вот затиранием. Понимаете? Вот такого плана могло бы быть все это. Вот. Вот сейчас тут прям вот я вот веду раз как зеркало, опять шероховато. Веду раз как зеркало, опять шероховато. То есть разница есть какая-то небольшая. В принципе, для укладки плитки по барабану. Затерли вы, не затерли вы. Но для последующего использования без дополнительного покрытия разница есть. Вот сейчас, например, если ее так и оставлять и мести здесь, пол постоянно будет собираться пыль. Ну, песок вот этот, который будет отслаиваться от стяжки. Отхождение ногами, то есть в сланцах. Надо было мне, короче, вчера не лениться после бани, а просто тупо намочить и вот так вот сланцами пошарохать ее всю. Сделать дополнительное как бы сцепление вот этого верхнего выступившего цемента с водой и туда его втереть. Просто да, конечно, он потом вот эта вот часть какая-то сметется. Но то, что сейчас сметется вот здесь потом уже по высыханию, больше уже ничего не сметется. Вот для чего нужна затирка. Вот это срезание правилом, это уже тогда, когда совсем неровно выравнивал. То есть, меня тут срезать правилом нечего. Абсолютно нечего. Вот этот вот, когда будем делать, через там неделю, обязательно надо будет затереть. В течение суток, не более. То есть, вот вечером сделал, на следующий день надо ее затирать. Лучше затирать сразу после, как в тот момент примерно, когда ты уже можешь по ней ходить, и она не проваливается. То есть, вот примерно вот так можно смотреть временной отрезок. Это я кидал пеноплекс, думал, может, что-то даст, ничего не дало. Вот, например, камешек, вот его можно было вбить в итоге. Ну, в начале при затирке его можно было вбить. Сейчас это не тронуть вообще. Кто-то может сказать, а, Алексей, можно было, типа, и сейчас. Но у меня с пластификатором бетон, его ничем сейчас не возьмешь. Он не царапается, ничего уже. Даже затереть, вот это только, затирается только вот эти вот борозды, которые, вот их еще можно затереть. Их я и затру. Пойду выкладывать.